там дали азимут на геофизическую пещеру. Все говорят, самое интересное, самое дальнее. Вон он там находится. Ну, пойдем туда. Вон тропинка на зеленую будочку. Это она. В общем, здесь идти совсем недалеко. Сейчас прибудем на место. И вот и пришли. Пещера геофизическая. Пещера геофизическая. Да, немного. О, как тут. Еще попал ворота. Он первый, да? Значит, пещера, в которой мы сейчас будем с вами спускаться, вы уже, вероятно, знаете, называется геофизическая. Название такое, поскольку первопрохождение пещеры осуществила группа геофизиков в 1959 году. И также потому, что следующий 60-й год был официально объявлен Международным годом геофизики. До 2009 года пещера была не оборудована, то есть сюда можно было спуститься, только имея специальное спелеологическое снаряжение. В августе месяце 2009 здесь установили винтовую лестницу, провели освещение, и с этого момента она доступна для экскурсий. Пещера является полностью природным образованием, то есть сформировалась она естественным образом, состоит из двух частей. Первая находится непосредственно под нами сейчас, это вертикальная входная шахта общей глубиной 32 метра, это примерно высота 10-этажного дома. И вторая часть представляет собой горизонтальную галерею протяженностью чуть больше 100 метров с тремя небольшими залами. Это часть бывшего русла древней подземной реки. Пещеры такого типа называются карстовые пещеры. Образуются они в результате того, что дождевая и талая вода, проходя через почву, насыщается углекислым газом и приобретает свойства слабой кислоты, в результате чего она постепенно размывает мягкую горную породу, мраморовидный известняк, из которого состоит верхний ярус крымских гор. Сначала в породе образуются небольшие вымоины, которые со временем расширяются, и в итоге получаются вот такие вот гигантские скальные образования. Колодцы, тоннели, шахты, залы и так далее. Происходят эти процессы очень медленно. Возраст входного колодца составляет порядка 1,5-2 миллионов лет. Возраст подземного русла гораздо больше, и считается, что ему около 10 миллионов. Всего пещер карстового типа в Крыму известно уже больше 1000. Из них примерно 300 расположены на массиве Айпетри, и только 3 из этих 300 доступны для экскурсионного посещения. Значит, сейчас начинаем потихоньку спускаться. Перед этим две убедительные просьбы. Пожалуйста, во-первых, придерживайтесь экскурсионного маршрута. Не надо никуда сворачивать, перелезать через перила. В пещере имеются достаточно опасные участки, например, вертикальные колодцы глубиной 20 метров, 40 метров. Я думаю, никто никаких происшествий не хочет. И второе, пожалуйста, в пещере не нужно ничего трогать руками. Это общее правило поведения во всех оборудованных карстовых пещерах мира. Связано с тем, что бактерии с пальцев, попадая на минерал кальцит, из которого состоят основные пещерные красоты, постепенно его разрушают. Формировалось внутреннее убранство пещер очень долго, тысячелетия, разрушается, естественно, гораздо быстрее. Поэтому такое правило. Все, начинаем спускаться. Пожалуйста, аккуратно, держитесь за перила, смотрите под ноги. Ого. Да, высоко. Тут раньше на веревках ползали. Скоро остались напоминания. Вон, видишь, веревка. Участок, будьте внимательны, кое-где потолок низкий, берегите голову и держитесь за перила в крепкий поиск.
скалы пробивать. Чьи-то кости. Какой-то из туристов не дошел. Тут копали, чтобы было глубже. Делали дорожку. Много копали. В горизонтальном участке пещеры температура здесь не меняется ни зимой, ни летом, всегда сохраняется постоянная, плюс 10 градусов. Влажность тоже всегда держится очень высокая, приближаясь к 100%. Значит, я уже говорил, что горизонтальная галерея представляет собой часть русла древней подземной реки. Глина, которой много по обе стороны от дорожки, это все глина наносного происхождения, то есть ее принесла сюда вода. До момента оборудования пещеры эта глина практически закупоривала коридор, то есть существовал узкий лаз, сантиметров 40-50 до потолка. И по этому лазу сюда буквально проползали раньше спелеологи, чтобы добраться до относительно незанятых глиной залов. Потом, когда пещеру оборудовали, примерно 350 кубов грунта отсюда вынесли, забетонировали дорожки, сделали пешеходный маршрут. Значит, слева от вас находится вертикальный колодец глубиной около 20 метров. Задняя стенка его, как вы можете видеть, красиво украшена характерными для карстовых пещер натечными образованиями. Состоят такие структуры из минерала, которые называются кальцит. Образуются в результате того, что вода, которая проникает в пещеру с поверхности, насыщена карбонатом кальция. В условиях пещеры карбонат кальция выпадает в твердый осадок, то есть капельки капают. Каждая капля оставляет частицы твердого вещества, которое постепенно наслаивается. Таким образом растут эти структуры. Мужчине не надо пока туда проходить. Значит, растут очень долго, со скоростью от 1 до 6 сантиметров за 100 лет в среднем. Значит, то, что растет сверху вниз, как здесь мы можем видеть, называется сталактиты. То, что растет снизу вверх, называется сталагмиты. И когда они срастаются между собой, образуя колонны, это называется сталагнаты. Также, если мы посмотрим на потолок первого зала, мы увидим еще один тип кальцитовых образований. Такие небольшие наросты называются королиты. Образуются в результате оседания конденсата на потолок пещеры. Конденсат оседает, оставляет твердый осадок, который постепенно приобретает такую форму. Значит, нас много, поэтому следующий зал не такой обширный, как этот, мы там все не помещаемся. Значит, просьба максимально компактно проходить. Я стараюсь рассказывать так, чтобы все слышали, передние ряды потом проходят, задние заходят, смотрят то, о чем я рассказывал, по-другому не получится. Значит, будете проходить с места, где я стою, хорошо видно основание самого длинного сталактита пещеры геофизической, длина его составляет 6 метров. Да, вот. Миша, чем вот следы были? Руки какие-то. Угу. Там вообще кости лежали при входе. Я видела. Кто-то не дошел. Слышишь, я тебе сказал? Надо быть аккуратным.
Значит, во втором зале находится наибольшее скопление крупных, красивых натечных образований данной пещеры. У спелеологов существует традиция давать имена самым таким запоминающимся элементам пещер. В частности, вот два больших сталагната необычной формы здесь имеют такие имена. Вот этот вот в центре называется свадебный торт, который правее называется крыло ангела. А еще правее, вот там за ванночками с водой, подсвеченное отверстие, это вертикальный тупиковый колодец глубиной около 40 метров. То есть если мы прибавим сюда 30, которые мы спустились, общая глубина пещеры составляет около 70 метров. Так, сейчас будем заходить в последний, третий зал. Там аккуратно, на подъемчике скользковато. Вход очень низкий, нужно будет пригнуться. И за входом сразу стоит такой характерный сталагнат, похожий на поручень. Я понимаю, что очень хочется за него машинально ухватиться, но, пожалуйста, не нужно этого делать. Так, давайте пойдем. Я вижу. Во все стороны растущие. Непонятно. Здесь заканчивается оборудованный участок пещеры. Дальше у нее есть небольшое труднодоступное продолжение. Вот там в правом углу видно отверстие. Это так называемый шкуродер на спелеологическом жаргоне. То есть узкий длинный проход протяженностью примерно 6 метров. Он выводит в небольшую камеру, которая обрывается вниз вертикальным колодцем. Тоже примерно 6-метровой глубины. На этом пещера заканчивается. Видимо, раньше, когда текла река, с той стороны был водоток. Но потом в какой-то момент он оказался закупорен, и река здесь давно уже не течет. Вообще вода, которая формирует карстовые пещеры, проникая через толщу относительно мягких известняковых пород, она достигает уровня основания Крымских гор, которая сложена более плотными, более древними породами. Это в основном песчаники и конгломераты. Эти породы водой не размываются, и поэтому на уровне стыка мягких и твердых пород вода выходит по склонам гор в виде горных источников. Происходит это обычно на высоте 500-600 метров над уровнем моря. В дальнейшем часть этой воды собираются в горные водохранилища, которые, в общем-то, играют ключевую роль в водоснабжении городов и поселков южной части Крымского полуострова. Ну и вся вот эта наскальная живопись, которую тут в большом количестве можно видеть, это все оставили, конечно, никакие не древние люди, а вполне себе современные спелеологи и спелеотуристы, которые посещали пещеру в период, когда она была не оборудована. Самая ранняя надпись здесь датирована 23 сентября 1966 года, то есть где-то меньше, чем через месяц ей исполнится ровно 50 лет. Ее можно разглядеть вот там на потолке в конце зала. Вот, как бы у меня все. Если есть вопросы, можно задавать, если нет, можно потихоньку выходить на поверхность тем же маршрутом. Какие блестящие, да ведь? Все в блестках и цветовых. Красота! Да.
Да, точно руки в цементе. Причем маленькие. Видимо, строили, используя детский труд. Эксплуатировали гробов детей. Плюс-то зачем оставлено, интересно. Вот сейчас начнется, да, эта лестница. Да, вертикальный колодец. Высоченный. Ну вот мы и поднялись. Последнюю экскурсию в пещеру Ялтинская. Естественно. Я не боюсь. Я боюсь закрытых помещений. А, уже фобия. Я в Тагинске езжу. Первый раз бежал, второй раз полетел. Большая. Шампанское тоже припасли внизу. Молодцы. Ну, хорошее. На выходе всем по бутылке. Да, да. Ну, если будем проходить через Винный подвал, а Франсо тут из курсового глаза, где будем выходить, а, кто-то спрашивал. Не на вход не идем, пока туда, сейчас я вам расскажу. Это все туда как мы правы. Секундочку, вот рукочка потянется, а потом будем уже расходиться, кто желает фотографироваться там. Или... Все наши, да? Ну, давайте меня послушаем, потом будете фотографироваться и омолаживаться. Потому что уже и вы спешите, и мы уже, нам осталось в 6 часов тоже закрываемся. Мы постараемся провести вас, и тогда уже закрываться будем. Итак, уважаемые гости, вы гуляете по территории, которая принадлежит Ялтинскому горно-лесному природному заповеднику. Контролирует этот участок Ливадийская лесница. Ну, а наше местное население балочку или там низинку, в котором находятся наши три оборудованных пещеры, называют Нижней Воронцовкой. Это когда-то были охотничьи угодья графа Воронцова. Воронцовка входит в Альпетринскую Яйлу, протяженностью около 25 километров в длину и от 3 до 6 в ширину. Вот на этом участке находится свыше 200 пещер. Все они вертикальные, а типа сухие карстовые полости. Это единственная пещера, исключение. Вы видите, самый такой трудный участок вы прошли, вот сзади вас оставлены. А здесь вы видите, какой проход, вот такой ландшафт несложный. Две-три ступенечки, и можно обойти пещерку. Вот. Ну, а две соседние, Трёхглавка или Ледяная пещера графа Воронцова, 38 метров спуск, и следующая, самая дальняя, геофизическая, 32 винтовая лесенка. Вот это единственная пещера не только на нашем плато, а в Крыму, имеет вот такой зал огромный. Все остальные пещеры по вертикали только вниз спуститься, и там-то небольшие лабиринты и небольшие зальчики. Ну, с температурным режимом здесь такая ситуация. Круглый год здесь температура 8-12 градусов. Ну, зимой немножко попрохладнее, летом немножечко пожарче.
А конденсат, который у вас под ножками вашими, это такой еще небольшой конденсат. Зимой в нашу пещеру без зонтика вы не зайдете. Значит, один куб крымского известняка, вот этих камней, которые видите, вот конденсирует за год в карстовых полостях около 5 кубов водички. Ну а зимой, когда перепад температур, там минус 15-20, здесь плюсовая, и здесь вот дождик, будем говорить. Сейчас тут капелька, если упадет, на вас не беспокойтесь, наоборот, капельки поставляйте в голову, если на волосы попадет, вот эта таблица Менделеева, волосы будут гуще и красивее. Вся таблица, да? Анжела Дэвис, а? Анжела Дэвис, да. Ну и насчет омолаживания, 10-15 минут проведения в пещере омолаживает на год. И чем больше отрезок участков тела будет соприкасаться с пещерным воздухом, процесс омоложения будет успешнее протекать у вас, интенсивнее. Так что, нет, такого я не знаю. Ну, вы бы так бы сказали, если кому нужно омолодить отдельные участки тела, ну, сами подумайте, как это сделать. После спустя отвечу на ваш вопрос. Вот. Ну, гуляя по плато, может, кто-то из вас обращал внимание, кто не обращал. Все эти вот камушки, которые видите, видите, с пластами, 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 все направлены в сторону нашего Черного моря. А раньше место Черного, Средиземного, Каспийского, вообще, среди тот облик планеты, который вы видите, образовался в верхнеюрском периоде. Возможно, не только океан Тетис, другие океаны были, и вот водичка океанов промывала потихонечку, более мягкие минералы, более твердые обрабатывала, и сейчас все скалки направлены в сторону Черного моря. Но это постарался океан Тетис. Ну и 1,5-2 миллиона лет все-таки океан постепенно ушел, и наш Крымский полуостров, как одна женщина выразилась, появился на свет Божий. И тогда, как выражаются спелеологи, начался в карстовых полостях, оставленные уходящей водичкой океана Тетис, начался процесс мытья. Что такое процесс мытья в спелеологии? Это когда вода дождевая или снеговая проходит через любой минерал. А в нашем воздухе, уважаемые, находится углекислота, состав воздуха. Она растворяет любой минерал и, проходя по трещинкам, как вот здесь вы видите на потолочке, реквизитик просачивается... Реквизитик уже не работает, да? А? Я говорю, реквизитик уже не работает. Работает, все работает. Вот, она растворяет минерал, обогащается солями, которые должны капельки на вас капнуть, если получится, так что голову подставляете, и выносит соли, вторичный материал, первичного материала. Это кальциевое образование, кальцитовое образование. В спелеологии они называются сталактитами. А вот это, наверное, обратите внимание, это начало роста сталактита. Он начинает так расти, маленькие веревочки, как женщина выразилась. Но спелеологи называют эти веревочки макаронины. Женщины знают, как это, как устроена макаронина по жизни на кухне, так что опыта много. Она в средине пустотелая. И так наши тоже веревочки в средине пустотелая. Водичка внутри протекает этой веревочки, но проходит какой-то промежуток времени, не день, не два, а сотни, тысячи лет. Забивается внутренняя часть солями, и вот чуть правее, видите, сталактит начинает уже полнеть. Уже не в центре водичка, а по краям. Вот снизу тоже начинает расти вот с этого и с этого сталактита водичка капает вниз. Вы все увидите, видите, на камушке образование, которое называется уже сталагмиты. Они намного массивнее своих братьев. Ну и, как я выше говорил, если будете к нам приходить омолаживаться, через 1,5-2 миллиончика все равно придете посмотреть, что тут такое было. Вот. Вы увидите здесь уже колонну, которая будет называться уже сталагнат. Обязательно срастется верхняя и нижняя часть. Скорость роста в наших крымских пещерах колеблется от 0,02 до 0,2 микрон в год. Почему крымских? 80% крымских гор сложены вот с этого известняка. 20 приблизительно, никто точно не посчитает. Это вулканическое происхождение. Если вы наши гости, ну и группа Салуша ехала, проезжали Медведь-гору, это диорит, Воронцовский дворец, если были или будете, я вам расскажу, диабаз, вулканическое происхождение. Все остальное, вот это органика, миллион лет. Скапливалось на дне океана, ну и как я выше сказал, океан ушел, вот наш Крымский полуостров 1,5-2 миллиона лет тому назад появился на свет Божий. Ну и в 1997 году, оборудуя знаменитую пещеру Трехглазку графа Воронцовского, который доставлялся графу во дворец, мы шли вот этим потолочком, 7 метров всего толщина, и собирали свежемороженые рыжики. Это было середина декабря. И у нас такой пацаненок нашего спелеолога в районе, где вы заходили в двери, только вверху обнажил небольшое отверстие.
Здесь, еще раз повторяю, плюсовая круглый год, там уже ноль было. И там воздух теплый выходил и образовывал проталины. Это очень легко так полости искать такие. Вот. И когда мы раскопали, где-то шкуродерные, узкие проходы в спелеологии называются шкуродерные. И мы проникли, мы спустили самое худенькое на глубину 12 метров вниз этих дверей, в которые вы заходили. Ниже сюда он не мог проникнуть. Эти ступеньки, которые вместо ступенек вы проходили, были забиты, ну не были ступени, просто этот проход был забит грязью, где-то метра полтора. Две-три недели мы копали, и в 1997 году, в конце декабря, мы вот попали в этот зал, в котором мы сейчас находимся. Несколько лет изыскательных работ, обич наших крымских пещер, сероводород. Вы знаете, 90 метров, Черное море уже мертвое. Поэтому, а Крым трясет каждый день. Где-то по турецкому побережью находятся две плиты, азиатская и европейская. И наш Крым стоит на европейской плите со скоростью до 2 мм в год, находит на азиатскую. И так и нам мы шуткой говорим. Утречком проснемся, глядь на горизонт, а Индегар все ночарами нас уже встречает. Вот вы знаете, кто такие Инчары, кто такой Индегар. С Путиным они стали лучшие друзья уже, видите, когда двадцатка. Вот. Ну, как положено, миримся, ругаемся, деремся, ну, само надо мириться всегда. Вот. Поэтому в любой момент может образоваться здесь трещинки. Ну и вторая проблема – это те водоросли и бактерии, которые могли остаться с верхнеюрского периода, потому что наша пещера была закрытого типа. Вот. Не могли остаться те бактерии, еще раз повторю, микробы, которые с верхнеюрского. Почему с верхнеюрского? Потому что состав углекислого газа в то время и в настоящий момент был разный. И те, как говорится, бактерии водоросли могли передать человеку вот те заболевания, которые несовместимы с настоящим периодом. Но буквально пару месяцев наши анализы брали, это биологи. Вот, и к концу уже это 2007 года нам разрешили последний печат, им часть поставила, и мы разрешили, вернее, нам разрешили оборудовать. И как по традиции, не то что закон, традиция, когда находят спелеологи пещеру, всегда выбирают хозяев и хранителей пещер. Ну, а чем мы хуже стали другие, показывали нашим первым посетителям камни, вот, допустим, этот камень, да, вот, на кого он похож, или, ну, вот, видите, такой, вот, этот камень. Вот, и каждый вот, своя фантазия, там, голова динозавра, того, и... Выбрали мы, конечно, не этот камень, этот восьмой где-то место занял. Первое место заняло, можно повернуться, вот где подсвечивается наточное образование. Видите, голова нашего дракона. Вот она избрана хозяином и хранителем нашей пещеры. На обратном пути по этим ступенечкам вы подниметесь, пообщаетесь и благополучно покинете нашу пещеру. Еще площадки. У нас там уголочек, вот мужчина стоит там внизу, видите, там гном, там сидит на месте он. Все, он уже улыбается, ждет вас, уже время показывает, уже цигель-цигель. Вот. Если кто-то из вас любите загадывать желание, там у него корыца стоит, нет, катка. Копеечку ложите, загадывает, это носик ему несет, тиранете, он примет вашу заявку, не успеете приехать домой, мерседесик, он вам подгонит. Пожалуйста, уважаемые, если какие вопросы задавайте, я здесь буду, но перемещусь выше, если нет, а омоложусь. Что это за юное дело? А он не похудели? Ну, не знаю. Процесс, нет такого? Если не жравший, то не пить. Ну, то, что мясо остынет красиво. Чё? Деньги кидать. О, какой интересный. Сталактит, да, такой странный. Форма непонятная, да. Что ж они самое интересное там подсветили?
Да, красиво. Провал. Ну тут точно провал. Очередной. Вот там вот тоже пещера где-то. Конечно, копать не перекопать. Искать не переискать эти пещеры. Тут ведомо-неведомо. Вот она, пещера трехглазка. Или ледяная. Ну, в общем, вот. Здесь у нее проход. Нет, что-то это не похоже на проход. Это стрелки туда. Самая спрятанная из них. Пошли сами, без экскурсии, ждать очень долго, пока группа соберется, потом пошли сами. Вот пещера трехглазка. Или холодная. Я вижу глаз, по крайней мере один. Я вижу второй глаз. И я вижу третий глаз. Очевидно, поэтому она называется трехглазка. Красивый вход. Вот такая лестница, достаточно крутая, я бы сказал, блин. Ведет туда. Похоже, тут надо идти задом. Очень крутая лестница ведет ее вниз. Спускаться надо воистину аккуратно. Угу. Я уже чувствую, начинает веять холодом. Тут вот такие камни, которые все перекрывают. Да, да, бочком, крабиком, крабиком точно. Еще одна такая же достаточно крутая лестница, уходящая в колодец вниз. Тесный колодец, рвется мошки. Да. Впереди, главное, такие тут
Что, просто незаменимая вещь, перила здесь. Да, лестница крутая. Крутая? Да такая же. А, как-то. Такая же? Угу. В общем, спуск действительно весьма крут для оборудованной этой пещеры. Ой. А внизу я вижу лед. Снег и лед. Я вижу внизу снег и лед. Так что он есть. Красота. Лед, ты не можешь подождать? Да, большую часть времени, по-моему, здесь, которое можно потратить на эту пещеру, это время на спуск. Все-таки надо идти спиной. Вот здесь точно надо идти спиной. Почему? Ну, сильно легче. Выступы. Ух ты! И тут мы видим первые сталактиты и сталагмиты. Течет. Да подождем, подождем. Там все-таки спускайся спиной, будет проще. Да, вот смотрите, я вижу снег и лед. Уже с самого начала. Тут есть лед и снег. Здесь действительно, видать, минус. Ух ты. Ну, какой-то непонятный шкурник, ведущий непонятно куда. И лопата. Кто-то копал. Или кого-то закопали. Да, или кого-то закопали, точно. Угу. Ух ты, какая гриба льда, да, смотрите. Вот снег и лед, круглый год. С этой пещеры, насколько я слышал, графу Воронцову доставали лед и снег по лету, когда ему хотелось. Что-то типа того, да. Пещера небольшая, это сразу видно. Небольшая? Да, тут все тает. Здесь вот образованы ледяные сталактиты и сталагмиты. О, какая дырка, ведущая наверх. О, да, ну вот как-то так. Красота. Тепота. Да. Сталактиты и сталагмиты. И да, кусочки льда до сих пор имеют место быть. Копели сверху, образовались вулканчики. Что тоже интересно и забавно. Красивый потолок. Вот, очевидно, ход уходит далеко туда дальше. К нему можно уйти. Но, естественно, не оборудовано. Угу. Да. Угу. Да. Ну, натеки вот даже здесь видны. Кальцитовые. Красиво. О, какие зеленые. Зеленые натеки. Или синие. Голубые. Интересно. Это тогда и только. Какой, блин, высокий проход. Bom.
такие. Протаяны. Капает сверху. Получается такой вот ледок. Ледяной. О! Вот прямо видно, как капает. Капнуло на меня. Да, красота. Да, красотища. Ух ты, вот это сталактит, да. Вот тут уже большие натеки, красивые. Да, какие здоровые. Поручни горло. О, видишь какой, да, здоровый, красиво. О, колодец типа желаний, все кидают бабло. Красота. Ох ты, какой белый. Зеленый, нифига тут скользко. Да. Аккуратненько. Тут очень стрёмно. О, какой ледок. Да, действительно, вот ледок в разгар лета. Конец лета. Скоро осень. Угу. Ну, снег, ребят, не опадал, как бы не бежит. Какая ледышка. Угу. Да, красиво. Интересно, что вот это такое все-таки за экспозиция. А, это факелы. Это факел. А это зубило, которым долбали. Да, большой проход, красивый. И очень. Да, спуск самый такой стрёмный. Именно в эту пещеру. Как ни крути. Из всех пещер и Петри сюда самый сложный и трудный спуск. Ну, впрочем, в этой пещере единственный лежит лед. До сих пор. Интересно. Глаза это однозначно дырки. Вот эти вот. Раз, два и три. Мало того, что рисунки, так еще и дырки. Вот почему такое название. Три колодца внутрь. И какие вы засадные. Спрятались.